В Армении не утихают страсти, что ни день скандал. Найдревнейшие в кавычках продолжают охоту на псевдошпионов. Вслед за представителем ЮНИСЕФ в Армении, британо-американскую благотворительную организацию «Гала Траст» обвинили в шпионаже в пользу Азербайджана. Отметим, что «Гала Траст» занимается обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. Накануне армянские СМИ со ссылкой на представителя лидера сепаратистов Бориса Вагяна сообщили, что организация в дни войны якобы передала турецкой разведке карту минных полей Карабаха, что облегчило работу наступавших азербайджанских войск. В свою очередь, «Гала Траст» опровергла обвинение в предоставлении карт минных полей Турции и Азербайджану в ходе войны. «Гала Траст» осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до Карабахской войны 2020 года. «Гала Траст» может работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это не политическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно, говорится в заявлении организации. «Гала Траст» также напомнила, что более чем 20 лет работают в Карабахе для того, чтобы обеспечить безопасность местного населения.